Всем привет, с вами опять канал High English. Сегодня делаем последний тест, quick test с учебника English File Intermediate. Поехали. Итак, первое. Mountain view that where who Steve Jobs grew up is in California. Переводим. Let's translate. So, mountain view, где Steve Jobs вырос, находится, is, есть, находится в Калифорнии. Что нужно поставить? Who точно не подходит. Почему? Потому что who... Mountain view — это никто, да, это не человек, поэтому who — нет. That или where? That мы используем тогда, когда мы говорим о предмете каком-либо, предмет, вещь. That, а where — когда мы говорим о месте. Мы говорим о месте в этом предложении, где вырос Стив Джобс, поэтому используем where. Mountain view where Steve Jobs grew up is in California. Если использовать that, mountain view that is in California is wonderful. Как-то так будет. Здесь mountain view не как место, а как вещь, наверное. Number two. That's the girl mobile was stolen in school. Who, which, whose? That's the girl, если, смотрите, часто пишут who как правильный ответ. Почему? Потому что здесь girl, девочка, это она, это человек, с людьми используется who. Но здесь, когда мы говорим не о девочке, а о, как бы, мы говорим о владении, то есть кому-либо что-то принадлежит. That's the girl, это девочка, чей мобильный был стырен в школе. Чей будет whose, поэтому правильный вариант здесь будет whose. That's the girl whose mobile was stolen at school. Whose – это чей. Говорим о possession. Possession – владение. Possession. 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 So that's the girl who got married yesterday. Тогда будет who. Это девочка, которая вчера вышла замуж. Тогда будет who. Мы говорим о девочке. А здесь мы говорим о предмете, который ей принадлежит. That's the girl. Это та девочка, чей мобильный телефон был стырен в школе. Whose mobile was stolen. So, her mobile. Her mobile. Not she, not who, but her. Her mobile. Number three. You aren't interested in politics. Aren't or were you? So, in, remember, if you have interested, you always use the preposition in. You aren't interested in politics. Ты не интересуешься политикой, не так ли? You aren't interested in politics. Здесь у вас отрицание есть. Когда у вас отрицание, вы смотрите. Окей, not есть, значит, здесь, когда вы говорите «не так ли?», ты интересуешься политикой, не так ли? Здесь должен вспомогательный глагол стоять без not, не в отрицании. То есть aren't здесь не подходит, потому что здесь aren't. Were не подходит, потому что у нас present simple. You aren't interested in politics. То есть сейчас ты не заинтересован в политике. You aren't interested in politics. Поэтому правильный вариант будет are you. Are you aren't interested in politics, are you? Ты не интересуешься политикой, не так ли? Дальше четвертый вопрос. Facebook, that which what was created in 2004, is popular around the world. Смотрите, здесь у нас есть запятые, вот здесь и вот здесь. Они указывают на то, что эта информация вспомогательная, она может просто быть изъята с предложения, и предложение будет нормально звучать. Смотрите, Facebook is popular around the world. Это нормальное предложение. Вполне реально может существовать без дополнительной информации, поэтому это non-defining relative clause. Вот так этот clause называется в английском языке. Relative clause, он описывает существительное. То есть, когда вы хотите дать больше информации о существительном в предложении, тогда вы используете relative clause. So, Facebook, that или which. Что выбираем? What? Нет, это не подходит. Что Facebook, который... Но здесь есть один нюанс. Facebook — это не человек и не место, да? Facebook — это как бы сын, предмет. Здесь можно использовать или that, или which. Но что же выбрать? That или which? Смотрите, если у вас есть
дополнительная информация, которая выделяется запятыми, вы всегда используете the which. Потому что which, только which используется в non-defining relative clauses. То есть только which используется за дополнительной информацией, которую можно из предложения убрать. Вот. В большинстве случаев. So in non-defining clauses, we use which, not that, almost always. So remember, which. That вы будете использовать, когда у вас будет предложение с информацией, которую нельзя убрать с этого предложения. Тогда используйте that, не which. Дальше, пятое. We had a fantastic time in London. Didn't we, don't we, did we? So we had, had, so we have past simple. Поэтому don't we отпадает. Didn't we or did we? We had. У нас не отрицание. Поэтому здесь, вот здесь, должно быть отрицание. We had a fantastic time in London. Didn't we? Не так ли? Didn't we? Почему здесь будет didn't we? Потому что had в прошлом. Когда мы задаем вопрос о прошлом, мы используем вспомогательный глагол did. Did you have a fantastic time in London? Oh no, we didn't have a fantastic time in London. Видите, здесь я использую did для образования вопроса и отрицания. Поэтому в tag questions, это теговые вопросы. Tag это как этикетка, ярлычок какой-то навешанный. Вот эти ярлычки, они выделяются всегда запятыми. We had a fantastic time in London. Не так ли? Didn't we? Didn't we? Number six. This is the house. What? That where I lived for many years. Where I lived in for many years. Where that? Sorry. Where? What? That where I lived in for many years as a child. Здесь, смотрите, можно долго рассказывать, почему нужно выбирать между what и that, извините, между where и that. What не подходит. This is the house that I lived in for many years или where I lived in for many years. Смотрите, хотелось бы сказать where, потому что это место, где я жил на протяжении многих лет, когда я был ребенком. This is the house where I lived for many years as a child. Так можно сказать, используя where, но так можно сказать тогда, когда у вас не будет preposition, предлога in. If you have the preposition in, you always need to use that. That, because that is easily, can be easily used with prepositions in. So you need to use that plus in. If you don't want to use in, you need to use where. То есть, смотрите, если у вас уже есть предлог in, вы не можете использовать where. This is the house where I lived in. Нет. This is the house where I lived for many years. И все, и никак иначе. Если у вас есть предлог, используйте that. Может быть какой-то любой предлог, другой, там, about, например. Помните, когда есть предлог, lived in, excited about, используйте that в таких предложениях. Дальше, седьмое предложение, she likes jammy, не так ли? She likes jammy, она любит jammy, не так ли? She likes jammy, so likes, this is present simple, поэтому вспомогательный глагол это do или does. She likes jammy. Likes – это утвердительное предложение. Значит, нам нужно поставить негативный тег. She likes jammy. Doesn't she? Не так ли? Doesn't she? Doesn't she? Вот он. У нас здесь негативный тег. Tag. Doesn't she? Number eight. The film, бла-бла-бла, was directed by Peter Jackson, was nominated for an Oscar. То же самое, что и о Фейсбуке. Смотрите, у нас запятые, значит, эта информация не столь важная, то есть это вспомогательная информация. The film was nominated for an Oscar. То есть фильм был номинирован на Оскар. Это предложение может существовать самостоятельно. Мы добавляем. The film
Which, that, who was directed by Peter Jackson was nominated for an Oscar. Вспомогательная информация. Когда вспомогательная информация, помните, я вам говорил, что нужно использовать только which. Когда, если бы запятых не было, вы бы использовали that. The film that was directed by Peter Jackson was nominated for an Oscar. Так как у нас non-defining relative clause, вспомогательная информация это, тогда мы используем which. Так, who, почему не подходит who? Потому что the film это не человек, а это вещь, thing. So, фильм который или фильм что, здесь that не подходит, which только будет. Number 9. Jonathan Mack is Chinese designed a tribute logo to Steve Jobs. So a tribute to, remember after the verb tribute, you need to use tribute to what? Or to who? To whom? To Steve Jobs. So Jonathan Mack, that, no, who? Well, yeah, perhaps, and what? What is Chinese now? Who? So we are talking about a person. If we are talking about a person, we use who in this case. We can't use that. Why? Because we have commas here. So because we have commas, this is a non-defining relative clause. That's why it's better not to use that in non-defining relative clauses. Instead of that, you have to use which, who, etc. Not that. Please don't use that when you have commas, when you have non-defining relative clause. То есть не используйте that, когда у вас вспомогательная информация дается, когда это неопределительное, придаточное предложение. Вот ужасное такое название. Number 10. You enjoyed the film, did you? Смотрим. Did you? Это positive tag, положительный tag. Значит, будет negative tag. И на что смотрим? Did you? Это какое время? Это past simple. Значит, negative tag past simple. You didn't enjoy the film, did you? Ну, тебе не понравился фильм, не так ли? You didn't enjoy the film, did you? Number 11. I met Mrs. Evans, used to teach physics at my old school. Смотрим. Опять у нас есть запятая. Значит, это вспомогательная информация. Что значит вспомогательная информация? Это значит, что I met Mrs. Evans, я ставлю точку, и у меня прекрасное предложение. Оно само по себе существует. Мне больше ничего не нужно. Но я хочу добавить какую-то информацию, и эту информацию дополнительную я выделяю запятой. I met Mrs. Evans, whose это possession, например, чей телефон был stolen. Стыренный, например. Ну, здесь не о телефоне, а о самой миссис Эванс, которая used to означает, что действие происходило в прошлом, но сейчас уже не происходит. Who used to teach physics at my old school? Who? Миссис Эванс. Это она, поэтому я использую who. Number 12. Итак, what do we have here? My son lives in Brazil, is a lawyer. Мой сын, это он, который живет в Бразилии, адвокат, юрист, is a lawyer. So, we have additional information, so this is non-defining relative clause. So, but we don't have that here, so we don't need to use that. Здесь у нас нет that, мы просто смотрим, my son, это он, мой сын, который живет в Бразилии, which здесь нельзя сказать. Нужно сказать who. Who? My son. Who? Кто? То есть, who lives in Brazil is a lawyer. My son is a lawyer. Number 13. They've been here before. They've been here before, не так ли? Смотрим здесь positive tag. They have been here. И время какое? Present perfect. Have been. Ищем present perfect. Haven't they. Haven't they at the present perfect. И have they present perfect. Но здесь у нас positive tag. Значит, нужно здесь negative tag. Поэтому правильный ответ haven't they. Не так ли? They've been here before. Haven't they. Number 14. The painting is by Van Gogh. Sold for millions of dollars. The painting
Далее вспомогательная информация. А опять же таки, когда вспомогательная информация, нельзя ставить that, нужно ставить which или what. Но здесь будет which the painting, which is by Van Gogh. By мы используем тогда, когда говорим о произведении, песне, там, романе, кем написан. So, this is by Stephen King. Это написано Стивеном Кингом. The painting is by Van Gogh. Картина написана Ван Гогом. Да. The painting which is by Van Gogh. The next, Agatha Christie. Murder mysteries are still popular. Was born in 1890. So here we are talking about possession. Мы говорим о possession, о владении. Agatha Christie, Агата Кристи, чьи детективные романы are still popular, все еще популярные. Was born, была рождена, она родилась в 1890 году. Agatha Christie, whose murder mysteries are still popular, was born in 1820. Здесь будет whose, потому что мы говорим о possession. Number 16. She will not. Это, да? Означает, she won't, will not. Она не захочет. She won't want to cook dinner tonight. Это negative tag. Будущее время, поэтому will she. Не так ли? Will she. She won't want to cook dinner tonight. Will she. Number 17. You're waiting for me to. Здесь пропущено, кстати. You're waiting for me to do what? Нужно написать то сейчас, секунду. So, you are waiting for me to give you the answer. You are waiting. So, this is present continuous. This is positive tag. So, you are waiting, aren't you? Aren't you? So, we have to choose first option. Aren't you? Не так ли? The next, let's have a look. This is the moment I've been looking forward to. So, here we are talking about that. Вот это момент, который я с нетерпением ожидал. This is the moment that I've been looking forward to. What is the problem? The problem here is that I can omit that. То есть that я могу пропускать в таких предложениях, когда я говорю о объекте, object. That — это не что иное, как object, объект, object. So, I've been looking forward to this moment. This moment is an object. This is the moment that, because here I have subject I've and verb been looking. I've been looking. So subject and verb, so that is an object. Когда у вас that — это объект, вы можете его изъять из предложения. Поэтому ответ правильный будет отсутствие каких-либо pronouns, relative pronouns. So no what, no where, just nothing. This is the moment I've been looking forward to. Or you could say, this is the moment that I've been looking forward to. And like I said, как я говорил раньше, когда вы используете that, где у нас это чудесное предложение было, this is the house that I lived in for many years as a child. Здесь тоже можно пропустить that. This is the house I lived in for many years as a child. Здесь есть in предлог, и здесь есть предлог to, поэтому используем that. Number 19. Is this the book you were telling me about? Is this the book which you were telling me about? That you were telling me about? Смотрите, запятая z нет. Перед z никогда не ставится запятая. Не ставьте запятую перед z, это неправильно. Дальше. Is this the book? Здесь в чем фишка? Здесь нужно понять. Мы будем давать дополнительную информацию, или эта информация, она крайне важна для существования предложения. Is this the book? И я ставлю вопрос «нет». Это предложение само по себе существовать не может. Is this the book? И мне нужно раскрыть
о какой книге идет речь, поэтому я не буду использовать дополнительную информацию. Эта информация будет важная. Это называется defining relative clause, то есть когда с песни слов не выкинешь, с этого предложения нельзя убрать информацию. Она важная информация для существования, для полноценного существования самого предложения. Поэтому используется that. That. Вот. Правильный ответ будет that. Можно посмотреть сюда, где у нас было which. Facebook, which was created in 2004, is popular around the world. So here this information is not actually relevant. This sentence can exist without this information. So in this case, you don't have to use that. And you never put comma before that. So that is wrong in this case. You have comma, you have that. Never do it. Just you put which in non-defining relative clauses. So I hope that you understand me. Number 20, you haven't met my sister. You haven't, this is present perfect. So you haven't met my sister, have you? Haven't, negative tag, we need to put a positive tag. You haven't met my sister, have you? Have you? So C is the correct answer. Почему? Объясню, потому что здесь present perfect. Did you не подходит, потому что это past simple. Нужно выбирать между haven't you и have you. Так как у нас negative tag, not здесь есть. Поэтому в конце предложения после запятой нельзя использовать haven't you. Нельзя использовать negative tag, нужно positive tag использовать. Tag это как этикетка, вот have you я использую. Итак, друзья, спасибо, что смотрите это видео. Если вам нравится канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Будет 1000 подписчиков, буду делать видео намного чаще. Вот, спасибо вам за лайки и просмотры. Итак, движемся дальше. So, tick the correct compound nouns for the definitions A, B, or C. Compound noun, что такое compound noun? Это существительное, которое имеет в своем составе два существительных отдельных. То есть crime – это преступление, writer – это писатель. Crime writer – это писатель детективов. A person who writes novels about criminals. So Agatha Christie is a crime writer. A part of the road where you can ride a bike. So cycle road, cycle street, cycle rain. So we are talking about a part of the road. Мы говорим о road, дороге. Часть дороги, по которой можно ездить на великах, называется дорожка для велосипедов. Это не cycle street, и не дорога для велосипедов, cycle road, не целая дорога, а полоса. В английском языке это полоса для движения велосипедов. Называется cycle lane. Lane, не путать со словом line, не линия, line, cycle line, линия, а lane. Вот линия, а это полоса. И здесь велики, можно ездить. Number two, a place where criminals are taken after they have been arrested. So have been arrested, we have passive here. После того, как их арестовали, да, и куда их забирают, этих criminals, преступников, конечно, полицейский участок. Полицейский участок будет не criminal station, не station police, а полицейский участок, police station. Police station, police station. Number three. Okay, what have we got here? The thing you have to show when you get on a plane. So this is a difficult one because a lot of students, многие студенты ставят boarding ticket, потому что билет нужно показывать. На самом деле нет, не boarding ticket. И у нас здесь еще есть два варианта. Это board pass и boarding pass. Смотрите, они специально так сделали, чтобы вы выбирали между двумя очень похожими вариантами. Там, где есть слово pass, здесь и здесь. Как вы думаете, какой правильный вариант будет? Правильно, молодцы, это будет boarding pass, посадочный pass, как, например, press pass, когда вы представитель прессы и можете зайти на какую-то конференцию, например. Press pass называется. Здесь boarding pass. Boarding pass. То есть пропуск на посадку. Number four. You wear these when the sun is very bright. So it's very easy. Вы их носите, когда солнце очень bright.
яркое. Конечно, sunglasses. Sunglasses здесь очень просто. Sunglasses. The time of day when there is a lot of traffic. So, busy hour, full hour, rush hour. Опять же таки, это очень просто. Rush hour. Час пик. Называется rush hour. Full hour – это полный час. You work. So, the lesson lasts full hour. Урок идет полный час, full hour, busy hour, I don't know, rush hour, of course, rush hour. Дальше, complete the compound nouns, so tick A, B, or C to complete the compound nouns. Shop what? Shop helper, seller, no, shop assistant. Number six, profile poster, case picture. So profile poster, это постер, какой, это что-то не, profile picture. Как заставка в Фейсбуке, например, да? Profile picture называется. Effects – эффекты. Когда говорим о кино, это scene special or subtitle. Special effects – спецэффекты. Special effects – scene. Сцена – subtitle. Это субтитры. Number eight – ground house, ground floor, ground room. So, you need to remember, you have ground floor. В Британии первый этаж называется ground floor, то есть ground – это земля, земляной этаж. Да? Ground floor – это первый этаж, второй этаж у них называется first floor. В американцев все как у нас. Да? Первый этаж – это first floor, второй – это second floor, the first floor. А британцев ground floor и дальше уже the first floor, the second floor и так дальше. Tennis pitch, swimming pitch, football pitch. Ну, pitch – это поле для игры в какой-то вид спорта. В этом случае это футбол, потому что теннисный корт, tennis court, swimming pool, бассейн, football pitch, футбольное поле, football pitch. Department. Department – отделение, департамент. Да? Департамент. Но здесь это department shop, store or department center. Конечно же, department store – это есть shopping mall, когда бренды представлены в каждом отдельно. Каждый отдельный бренд имеет свой участок, да? Отдельно стоящий, отдельно архитектура и так далее. Department store – это когда не поделено на участков, а все бренды как бы в одном флаконе. Department store. Department store. The next number 11, I have no money, I need to find a machine. So you need to withdraw это снять, withdraw some money. So you need a cash machine. Cash machine иногда еще, ну не иногда, очень часто, постоянно используется термин ATM. ATM. Банкомат. ATM. ATM. Банкомат. Or cash machine. We were late. Мы опоздали because there was a terrible traffic jam, block lights. So traffic lights – это светлофор. Traffic jam – это как раз пробка. Traffic jam. There was a terrible traffic jam. Do you like fiction? What kind of fiction? Of course, science fiction. Научная фантастика. Да? Do you like science fiction? Not novel fiction, not books fiction. This is very easy. Science fiction. I need to buy a new memory pen stick disk. Memory disk нет, memory pen нет. Memory stick – это флешка. Or flash drive, or pen. Как-то забыл. Memory stick here. 18, 15. Slow down. Slow down – это помедленней. There's a camera over there. So driving camera, traffic camera, speed camera. Ну, здесь просто нужно запомнить, что используются speed camera, скоростные камеры, которые фиксируют скорость автомобиля. Speed – это скорость. Speed camera over there. Number 16. The case was closed because there wasn't enough. Case – это как дело, то есть криминальное какое-то дело, например. The case was closed because there wasn't enough, потому что не было достаточно evidence. Evidence – улик. Evidence – это улики. Да? Evidence. Mystery – defense. Mystery – это тайна. Defense – это защита. Number 17. Police have been trying present continuous
полиция пыталась. Present perfect continuous. Have been trying. Полиция пыталась. Что сделать? To this case for 3 years. У нас есть for. Мы говорим о периоде времени, на протяжении какого-то какое-то действие происходит. So police have been trying to do what? To prove. Prove – это довести, confess – это признаться. И solve – это решить, разрешить. То есть полиция пыталась что сделать? Она пыталась разрешить это преступление. Police have been trying to solve this case for 3 years. So it was very difficult for the police to solve this case. So police have been trying. Смотрите, в чем еще фишка? Police – это множественное число, поэтому всегда используйте police are here, the police are here, полиция здесь, the police are here, у полиции have been trying, пыталась, не has, а have, потому что множественное число. Полиция – это множественное число, запомните. Police are, police are. Дальше, 18. Police, again, not has arrested, полиция арестовала, а have arrested. Police have arrested 3 victims, жертвы, witnesses, свидетели, или suspects, подозреваемых. Конечно же, подозреваемых арестуют, не жертв и не свидетелей, хотя может быть по-разному. Police have arrested 3 suspects in connection with the crime. In connection, connection – это связь, связи с конкретным преступлением, поэтому используется the, конкретика. Number 19. The was sent to prison for life. Кого отправили? Здесь у нас passive, passive voice, отправили в тюрьму пожизненно. So was sent to prison for life. Пожизненно будет for life. Вот такой expression. The murder. Murder – это убийство. Murderer – убийца. Murder, murdered – убитый. Конечно, убийцу. The murderer was sent. Passive voice был отправлен куда? To prison. Пожизненно. For life. Number 20. Some people think. Некоторые люди считают, that the victims, suspects, detectives of crime don't get enough help. Некоторые люди считают, что victims, жертвы, подозреваемые детективы преступлений don't get enough help, не получают достаточно помощи. То есть, ну, кто не получает достаточно помощи? Конечно же, не детективы преступлений, не подозреваемые, а victims, victims, жертвы, victims of crime don't get enough help. So that's number 20. Now, here we have pronunciation, van, tram and lane. То есть найти звук, смотрите, везде буковки A, 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 но A – это хитрая буковка. A, она иногда читается как E, широкий, A, van, tram. А иногда читается как A, lane. Вот, как в алфавите A. Кстати, если слово оканчивается на букву I, тогда A читается так, как она читается в алфавите. То есть A. Здесь нет I, видите? I нет. Поэтому не van, а van. Не train, а tram. Смотрим первое. Комбинация букв WH. Which, when, who, поэтому вот это правильный ответ. Дальше, number two, th, that, thin, вот такой звук, thin, the or s, the, this, поэтому thin, это has different sound. Здесь сказано has different sound, имеет другой звук. Chose. Извините, спутал. Есть слово choose, это выбирать. Choose. А здесь прошедшая форма этого слова chose. Выбрал. Chose. Lose. Whose. Lose, lost, lost. Lose, whose. Chose, lose, whose. Конечно, будет chose. Chose. Очень хитрый вопрос. Guilty, suspect, victim.
G-E-G-E. Guilty. V-E. Victim. Поэтому будет su- suspect. Suspect. The next. Prove. Move. Solve. Solve. So, of course, solve, because here we have U. Prove. Move. Solve. 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 И упражнение B. Здесь нужно поставить ударение. Programmer. 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 Здесь, смотрите, ударение падает в этом слове. Запомните это слово. Очень важное слово. Programmer. Programmer. Нужно читать. Programmer. Ударение падает на первый слог. Programmer. Programmer. So, here is the correct answer. The next. Sensation. 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 Поэтому здесь sensation. Original. 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 Конечно же, original. Ударение сюда падает. Iconic. 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 Конечно же, iconic. На второй слог падает ударение. Iconic. Дальше, десятое. Detective. 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 Итак, друзья, все. Сделано. Последний тест. Дальше, я думаю, буду начинать следующий учебник. Будет English File Intermediate Plus. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте ваши лайки. Пишите комментарии, что бы вы хотели, разбор каких упражнений вы хотели бы услышать. Тесты, не тесты, там, грамматика, лексика. Пожалуйста, комментируем. Делимся с друзьями. Ставим лайки или дизлайки, или что-то такое. Don't forget to subscribe, please put your thumbs up, and don't forget to click the bell notification button in order not to miss the new videos. Okay, so thank you very much. Спасибо всем, спасибо за просмотр. Хорошего дня и пока-пока.